20 по 22 марта в городе Анапа состоялся 16-й Благовещенский православный педагогический форум, который собрал учительский актив края. Ежегодно форум проводится Кубанской митрополией совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Пленарное заседание открыл и обратился с приветственным словом митрополит Екатеринодарский Кубанский Григорий, в котором владыка обратил особое внимание на важность роли учителя православной культуры. Преподавание основ православной культуры, я считаю, это милость Божья. Это возможность донести до наших детей истины, по которым жили наши предки. И я надеюсь, что основы православной культуры будут носить и воспитательный элемент. Обращаясь к учителям, митрополит Григорий выразил готовность всячески содействовать учительским инициативам. Участники форума имели возможность обратиться с волнующими их вопросами ко всем членам президиума. Более всего вопросов поступило в адрес митрополита Григория. Спектр интересов был довольно широк, от насущных проблем учителя до вечных вопросов мироустройства. Что такое любовь? Как бы вы объяснили это детям? В христианском смысле любовь – это снисхождение к немощам другого человека. Я, зная свои немощи, свои недостатки, свои духовные болезни, всегда с пониманием и со снисхождением отнесусь к другому человеку. Наставники и молодые учителя предмета «Основы православной культуры» встретились, чтобы обменяться опытом и обсудить на открытой площадке пути решения воспитательных проблем. Программа этой важной встречи была чрезвычайно насыщена. Мастер-классы, деловые игры, педагогические мастерские, духовные беседы и просмотры фильмов, а также молебны в храмах и совместное чтение Священного Писания – этот ценный багаж опыта и знаний получили участники форума. По благословению митрополита Григория, каждый педагог получил Святое Евангелие. От отдела религиозного образования Екатеринодарской епархии уникальное факсимильное издание письма Федора Михайловича Достоевского своему брату Михаилу. В заключительный день работы форума выступил протоиерей Андрей Ткачев. Известный миссионер принял участие в форуме в онлайн-формате. Поймем, что на наших плечах лежит ответственность за целые поколения будущих россиян. Поэтому посмотрите на свою работу как на службу. В завершении участники подвели итоги, определили задачи и молитвенно поблагодарили Бога. И все разъехались работать дальше в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.